сначала не знаю, не видел, просто кажется. Сегодня у нас экстренное такое собрание в связи с установкой вот этих знаков. Вот. Мы видели эти знаки, как их устанавливали позавчера вечером. Мы убедились в том, что это было сделано абсолютно незаконно. Мы собрали порядка 500 подписей против установки знаков. А префектура 26 декабря приняла решение об установке знаков с циничной формулировкой по многочисленным просьбам жителей. Скажите, вы за установку знаков? Кто просил знаки? Нет! Два детских сада, поликлиника и школа. Сюда приезжают, и здесь находятся парковки местных жителей. Значит, есть документы, где у нас не хватает парковочных мест. То есть проводились исследования, парковочных мест не хватает. Помимо этого, сюда привозят больных людей на машинах. Люди оставляют машины и идут со своими родственниками в поликлинику. Поликлиника востребована тремя районами. Где они будут парковаться? У нас отнимают парковочные места. Отняли площадку, отняли кислород у этих детей. Где им сейчас гулять? Теперь еще и отнимают парковку. Поэтому и очень интересно, на сайте управы, вот вы сейчас поднимали руки, написано, на основании многочисленных обращений жителей в целях обеспечения безопасности жителей окружной комиссии ЮЗАО было принято решение об установке знаков 3.27 «Остановка запрещена». Еще раз подчеркиваю, если вы зайдете на сайт управы, на основании многочисленных обращений жителей. Кто из вас обращался? Ну разве можно вот так лгать жителям на сайте управы? Наверное, все жители здесь посмотрели. Вы запомните четыре слова. До выборов не бить. Если вы сейчас забьете эти четыре слова в поисковике, то там будет ролик, на котором вы посмотрите, как принимается через месяц прямо противоположное решение. По моему мнению, ну, Белозеров действительно, как говорил мне в телефонном разговоре, занес денег Росгвардии, ОМОНу и местной полиции, вот, потому что здесь строится для учителей жилье класса А, с бассейнами, спортивными тренажерами, с подземной парковкой. Поэтому полиция не защищает права и интересы граждан, а защищает интересы застройщика. Вы знаете, что есть постановление мэрии, еще Лужковское, о точечных застройках, о запрете. Они лепят везде и везде, врут на каждом шагу. Так, все, ну считать не будем, я вижу единогласно. Весь сход, да. Прошу опустить, прошу опустить. Волкову отставку! Волкову отставку! 200 человек. Верните наш двор! Верните наш двор!